хочу, чтобы Дед Мороз мне подарил кота. А в прошлом году Дед Мороз приходил. Пришел чуть раньше, чем Новый год, подарил белого кота. И год оказался очень богат на котов. У нас в данный момент дома коллекция из 30 котиков разнообразных. Разных, значит, размеров, расцветок, конструкций. И 3 кота настоящих, живых. Деда Мороза я хочу попросить, чтобы он мне принес настоящую маленькую собачку. А желание моего ребенка о подарке на этот Новый год меня немножко пугает, потому что это собачка, это опять будет... Желаю всем здоровья и много конфет.